У нас нет вас персонала. У нас уборщики помещения. Здесь абсолютно чистый воздух, здесь ламинарные потоки. Своя вентиляция. Даже вообще не привычка. История столичного городского здравоохранения. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Здравствуйте, вы президент? Да. Савелий. Добрый день. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Угу. Какие планы у тебя? Я сегодня пойду в палату. Отлично. А как давно ты здесь находишься? Ну... Привет. Ты мой хороший. Прибыла за здоровье. Ну все, тебе нравится здесь? Мне нравится торговать. Ну здесь видишь, сколько всякого оборудования, как интересно. Когда мы хотели суп выяснить, мне прям УГС сделали. Руку прям в рот сували. Ну, надо полечиться, дорогой мой. Надо, что, чтобы выздороветь, надо потерять. Надо немножко потерпеть, мой хороший. Да, чтобы ты поправился. И потом к этому, чтобы не возвращаться, хочешь никогда. Да? Ты готов к этому? Чувствую, у меня больше нет. Ну и слава Богу. Ну хорошо. Он был на диализе перинатальном с января месяца. Каждую ночь проводил программный диализ. И вот сейчас, наконец, вот наш геройский папа, который дал свою почку своему сыну, уже все на ногах. Очень хорошо. Сегодня будем потихонечку передвигаться уже в общую палату. Чтобы все были здоровы и счастливы, хочу вам пожелать. Немножко потерпи еще. Ладно? Ну хорошо, ну нормально, там будет не хуже. Немножко потерпишь, и потом поправишься, и все, и будешь бегать. Там на телевизор. Ладно, телевизор, мультики будешь смотреть. Любишь мультики? Да? А книжки любишь? Какие ты любишь мультики? Больше я люблю журналы. Что будешь любить? Журналы. Журналы любишь смотреть? Какие? Ну, всякие. Ёжик, есть такой журнал. А мультики не смотришь? Смотрю. Какие? Лунтик, Смешарики. Ну вот, там телевизор есть, так что сможешь посмотреть мультики, Смешарики. Да? Ну вот, сколько у нас здесь еще? Реанимация будет еще один день сегодня, а тоже. Ну, еще несколько дней в отделении, потом домой. Ну, вот потерпи немножко, скоро домой поедешь. У него уже планы. Полечу. Самолет, ну, Челябинск. Я живу в Челябинске. Ну, хороший. Далеко, хороший город, большой. Ну, пешком не дойдешь. Это дождь. Да и не надо, зачем? Не дойдешь, а упадешь. Да, самолет довезет, нормально. Самолет быстрее. Да. Ну, давай, мы хорошо поправляйся, мой сладенький. Давай ручку. Спасибо вам большое. До свидания. Все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Все хорошо, мы сладкие. До свидания. До здоровья. До свидания. До здоровья. До свидания. Можно? Да, можно. Ладно. Все хорошо. Я желаю тебе все самое. А вот тебе, мам? Папа ест. Папа, мама, целый. Все хорошо. До свидания. До свидания.